Всем привет! Сегодня на ужин я решила приготовить манную кашу. У меня в семье ее очень все любят. Для ее приготовления мне нужен 1 литр молока. Молоко у меня домашнее. Манка. Сколько нужно будет манки, я вам скажу в конце. 1 столовая ложка сахара и соль. Такую кашу удобнее всего варить в молочнике. Я буду не бояться, что она убежит. В этом молочнике 2 стенки. В этот носик заливаем водичку, которая не даст молочку убежать при закипании. Добавляем 1 ложку сахара. Немножко подсаливаем. И ждем, пока молоко закипит. Водичка между стенками закипела, смотрите, выходит пар. Значит, молоко у нас тоже кипит. Теперь тоненькой строечкой высыпаем манку, перемешиваем, чтобы не было комочков. У меня здесь было 3 столовых ложки манки. Смотрим, чтобы каша не оказалась густой. Высыпаем еще, перемешиваем. И теперь нужно постоянно мешать, пока кашка не сварится. Прошло 5-6 минут. Смотрите, каша начинает загустевать. Еще минутку, и она готова. Перед подачей на стол я добавила небольшой кусочек масла. Кому понравился рецепт, готовьте вместе со мной. У меня кашка получилась полужиденькая. Если кто-то любит кашу погуще, добавляйте больше манки. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. До встречи на новом видео!